Преждевременные роды – это угроза для здоровья и жизни как ребенка, так и мамы. Им требуется особый уход и врачебная помощь. Многое зависит от специалистов учреждений родовспоможения. Врачи делают все возможное для выхаживания и доращивания крошечных по весу малышей. Сегодня замечательный праздник, Всемирный день недоношенного ребенка. И мы его празднуем, потому что приоритет – это дети, которые родились раньше срока. С экстремально низкой и очень низкой массой тела, то есть рожденные до 1,5 кг. Это наши все пациенты, которые к нам регулярно ходят, наблюдаются. В честь этого события в отделение Катамнеза пригласили выпускников Видновского перинатального центра разных лет. Для них подготовили развлекательную программу и организовали сладкий стол. А для мамы с патологией новорожденных и недоношенных детей депутат Совета депутатов Ленинского округа Татьяна Ершова привезла ценный подарок. Разрешите от всей души поблагодарить, от всего своего сердца за ваш труд, за ваш такой благодарный, красивый, душевный труд. Пусть он всегда ваш труд приносит только радость. Без подарков не остались и малыши, которые сейчас находятся под наблюдением врачей в реанимации. Представители активного долголетия связали для них пинетки и шапочки. Мамочки бесконечно благодарны всем за работу и внимание. Родились мы в Видновском перинатальном центре 24 июня 2022 года. Родились с весом 1,250 кг 37 см. На самом деле я очень благодарна врачам и родового отделения, и отделения Катамнеза, отделения реанимации. Да, всем огромное спасибо за то, что они мне подарили такого сына. Врачи Видновского перинатального центра работают в круглосуточном режиме для того, чтобы будущие мамы могли доверить им рождение своих малышей. А Международный день недоношенных детей подчеркивает хрупкость маленькой жизни. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.